Всем здорова, чуваки, добро пожаловать на совершенно новое видео у меня на канале. Так, стоп, успокойтесь, я не собираюсь копировать Лероя и рассказывать какие-то true story. Я хочу просто немного выбомбиться и заодно разнообразить контент. Но в чем же дело? Дело в том, что я помимо ГД играю в другие различные игры на телефоне. И молчать о таком я просто не могу. Совсем недавно я зашел в топы Play Market и, о боже мой, здесь нету ГД! А хотя ее же и так тут не было. Ладно, если серьезно, то совсем недавно я зашел в топ и увидел игру, которая там до этого не было. Называется она Тает Лед. Я решил посмотреть на скриншоты этой игры и просто офигел. Что это такое? Почему она находится в топе? Ну да ладно, я решил полезть еще глубже и скачал эту игру. Давайте я вам ее покажу. Так, вот мы и зашли в игру, и сейчас посмотрим на сам геймплей. Господи, что это такое? Еще и после каждой смерти проигрывается реклама. Мне хватило поиграть 2 минуты, чтобы понять, что эта игра из себя представляет. Я решил зайти еще в отзывы и посмотреть, чем же людям так понравилась эта игра. Читаю первые 3. Разработчики, игра отличная, но есть один баг, о котором я сегодня узнала, играя в вашу отличную игру. Мне попалась и метла, и машина вместе, и активировались они одновременно. У меня на полу экрана герой на метле, и внизу машинка едет. Исправьте, пожалуйста, а так в целом игра отличная, качайте. Этот баг не всем попадает под руку. Окей, еще более-менее приемлемый комментарий, давайте еще почитаем. Разработчики, игра отличная, но есть один баг, о котором я сегодня узнала, играя в вашу отличную игру. Мне попалась и метла, и машина вместе, и активировались они одновременно. У меня на полу экрана герой на метле, и внизу машинка едет. Исправьте, пожалуйста, а так в целом игра отличная, качайте. Этот баг не всем попадает под руку. Тоже довольно неплохой, сразу видно, что нет никакой накрутки. Да. Давайте еще почитаем. Разработчики, игра отличная. О господи, такой беспалевной накрутки я еще никогда не видел. Мало того, что оценки накручены, так еще сама игра сделана на кодовом движке. Смысл такое делать, я понятия не имею, но подтверждением этого может служить его другие игры, которые абсолютно идентичные, но там изменены текстуры и все. И самое обидное, что это особо получает деньги благодаря людям, которые смотрят рекламу после каждой смерти. Благодарю вас всех за поддержку, не знаю, понравится ли вам такой формат, но если вам все-таки это понравится, то я буду периодически выпускать такие видео. Можете написать в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Нелис, всем пока.